Все, меня проломили наверху. Да, атакую. Кто-то звонит мне, ёпта. Девушка. Сейчас я ей скажу, что... Есть. Фото готово, товарищ. Жду дальнейших указаний, товарищ командующий. Алло. Здорово. Это вы с кем? Так точно. Не-не-не, пацаны, мне вставать в 6 утра, я так зашел. Ну, вырубайте же. Ну. Пехота готова. А. Ну, прикольно, что. Артиллеристы готовы. Слушаю вас. Пехота готова. Все, надо без происшествий. Я встретил родителей и привел домой. Пехота готова, товарищ командующий. Что у вас там? Совершенно точно, товарищ командующий. Голос нормально, приятный. Что у вас там? Бегом. А-а-а, понял. Пехота готова, товарищ. Голос приятный, да. Так точно. Маневр готов. Пехота готова, товарищ командующий. Есть. Я смотрю, у вас неплохо там идет. Да везем, есть. Куда надо. На что жалуетесь? Сейчас будем. Артиллеристы готовы. А центр заняли они, да? Да.
вам центр надо брать, он же одинарный, по-моему. Есть. Сапёры ждут приказа. Пехота готова, товарищ командир. Так заминируй там внизу все нафиг. И все. Сапёры ждут приказа. Будет как жду дальнейших указаний. Маневр готов. Пехота готова, товарищ командующий. Зачем? Так точно. Пехота готова, товарищ командующий. Есть. Пехота готова, товарищ командующий. Все, я вернулся. Да. Короче, good game. А у них вот я так стратегически смотрю. Я только в центре успел заминировать. Я наверху флаг защищаю тогда. Красные они взяли уж. Да, дебил, блядь. Пуфик. А, нет. Я смотрю стрим. Пуфик вчера нормально. Get Эсхельд. Или Докольник, что ли? О, Ледокольник, фига. Докольник сегодня тоже этот смотрит. Я ужинаю и смотрю фильм. Как пацаны играют. Кто ж третьим? А, этот, Дестройер, ёпта. А, Дестройер.
А чё Пуфик не захотел с вами? Не знаю. Ну вы же не вытянете, наверное, всё-таки. Да зря. Там сильно хороший. Они в меньшинстве, в большинстве решили играть от защиты. Сука, и видит же, блять, ебаный. Али, можешь мне этот пехоту тут передать, я стоит? Под желтеньким по центру. У меня тут вообще. Жопенция полная, блядь. Танки, танки чини. Готова. 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 Гот
Али, у тебя вот здесь наверху отряд пехоты, передай мне его, пожалуйста. Угу. Пехота готова, товарищ. Так точно. На что жалуя? Сапёры без приказа. Давай. Ага. Ну, приказа. Есть. Маневр готов. Готово, товарищ. Ибо Али самолет закинул, да и вычислил его гаубицы, я схреначил, тоже гаубицу близко подвел. Не знаю, с краю запустил бы. Не знаю, а что смысла его хранить? Офицер бегает. Хорош, попал. Под крепость сейчас приду. Да, и торта прям рядом стоит. Я не знаю, я бы сбоку поставил, бы и сбоку шибанул просто. Ну, арту бы сбоку поставил, стал слева. И самолет запустил бы, нахерачил. Саня уже с Али дошел до кода. Санька, молодец. А на него попёр, что-то чувак все слил, походу. Ну да. Поэтому мне в этом плане. Вся надежда только на Али, я вам честно скажу. Да не, если ты бок прорвешь. Если Саня берет красный, надо тебе, наверное, Али, поэтому на этот красный дрючить. Да, я думаю, да, если Саня до него добирается, он добирается. Нехрен тут ничем мучиться и думать. Не знаю, я бы самолет. Угу. А, и пустые уже нет там никого. Че их бить? Назад стреляю, ё-мо, и всё. Тихонько он иди. Хотел третий четверка как раз кататься вот тут всю фигню. Руб. Да, он.
Попробуй вообще какую-нибудь машинку взять, туда заехать, он пустая машинка стоит. Может, на гору заедешь, может, там вообще никого нет. Да, машинка, может, одна проедет, и все уберешь как раз. Да ну, ремонт нажал. Да. Да, не надо, смысл. Все, вы еще горку запиндюрите, то есть центр светит. Так ладно, пойду чай налью. Ты боли не палился, шел прям по лесу слева, ма. Вот танки поехали. Полез там. Может, никого нет. Нет, сейчас пехот туда прошлешь и все с танком. Только посмотри, он одинарный, не? Ты видел, что он пушкой тебя не видит ни хрена. Пехоту набери, просто пехоту захватишь. Сейчас бок, это ты просто вот по лесу прям пройди по левому боку, да и все. Маневр готов.
Марте стреляет, твой вид. Надо было пехоты побольше. Давай, 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 носи. Да поднимайся, эта пушка урона все равно не наносит никакого. Надо пушки тебе вынести, да, нормально. Артой снеси пушки просто. Пехоты у него больше не осталось. Так к лесу отойди. Вон машинки, веди всех туда, вот эту фигню. Сейчас поднимешь, кажется. Из лес сбоку идти просто, и все. У него единственный вот танк остался, все. И то не видит нифига. Машинки по боку пусти, да посмотри, ему что-то. Там Саня уже, вон, видишь, плацдарм свой открывает. Ох, Артой бы туда шамануть бы. Пехота готова, товарищ командир.
Саперы ждут приказа. Поезд как наловить? Есть. Фото готово, да, товарищ командир. Маневр готов. Саперы ждут приказа. Товарищ. Артиллеристы готовы. О, Арту их видно. Наверху сам. Да. Вот готово, товарищ командир. Жду дальнейшую шумовую. Товарищ командир. Бежал. Товарищ командир, жду дальнейшую шумовую. Жду дальнейших указаний, товарищ командир. Домой! Артиллеристы готовы, товарищ командир. Есть. Мне брать, пехота готова, товарищ. Я вам зеленым, смотри, как пехотинец пробежал. Да ни хрена, там уже нет у него практически. Вон там пехот последний остался, наверное, девище. Береги, береги, там же автоматчик. Да. Тебя офицером сюда поставить вообще. Давай, давай, пробуй, пробуй. Там Саня уже он бог берет. Не надо побежать там вот. Да его что-то опять там. Пехота готова, товарищ. Так точно. Уходи там, там идет там. Прям на все брали. Пехота готова. Есть. Ну, видишь, катается. Да, понятно дело. Пехота вон, наверное, пускай потихоньку. Да ну не надо. Времени тратить. Я просто побольше машины взял бы, домашником отполз. Видишь, по одному воюет. Танком там находится. Видишь, зеленый уже свободен. Ой, как попал, хорошо. Там, видишь, заминировано все это. Да к взлетам, я думаю, подниматься надо. Вон от... Это, да. Это зря. А, танк приехал, сука, смотри. Ля, наверху что творят? Почему? Заминировал, заминировал. О, все танки. У, слава богу, он испугался, отступил. Не, это вот тоже танк подтянул. Пис, подведи ее, мы быстро разлучим там.
Просто свети этой пехоты. Давай, давай, танк. Пехоту ложи. Пехоты не будет, и мы танк будет слепой у нее. По боку прям идет вон. Да не, нифига там не осталось, господи, блять. Саня, ты заминируй на мины его, пехоту выведи и взрывай мины, да и все. Если получится. Только это остается, ребят. И бар, то и накрывать чё пехоту хорошенько, да и все, арта есть. Иначе. Слушай, я откровенно на нуле. Да они тоже на нуле, что ты хочешь. Самолет ни у кого не осталось, посмотреть, что там на красном флаге. У меня есть один самолет. Может, рисковать он? Красный флаг посмотрите, арту туда сведете. Не хотите? Ну, центральный, ну а чё? На центр послать, посмотреть, арту сведите, у вас 6 арты. Да вынесите все. И зайдите. Может, кстати, центрального не хватает, он туда. Они сейчас растянули силы справа-слева. Если вы быстренько успеете подняться. Чё, Али, нет желания? Смотри. Жду дальнейших указаний. Вы можете даже арту туда светить, их не в центре, который. Опять пошел в атаку, скотина. Да пускай. Пехота, блин. Вот. Клади, клади, хорошо идет. Просто катайся, Саня, артой фигач, да. Он стоит наверху, стреляй. Пушка. Да у них нет нифига уже наверху. Расстреливайся нафиг. Расстреливай вверх, занимайте, да и все. Как там, Саня, у тебя дела с пехотой всего? У меня пехоты не осталось, ребята. У тебя офицеров было куча, свети. Офицеры есть, да. Ну, так свети, танками работай. Забирайте центр, пацаны, манги не падайте. Слушай, Али, пока станет. Куда? Нет, в центр. Я думаю, сводитесь артой на центр, туда самолет пихайте и захватывайте, и все. Я, короче, арту навожу на центр, и самолет. Когда все готовы, говорите, я запускаю самый. Давай, запускай все. Он готов. Все, тогда запускаю. Али, он запускает. Арту, приготовь. Все, полетел. Все, давай, давай. Вот, смотрите, сейчас убирайте все. Летит, летит. Ну и все, он убирайте зенитки с пушкой, да и все, ребят. Зенитку и пушку убирайте, пехоте, которая шпанает. Ну и все, и заходите. Ух, там бункер-то не доубрали. Бля, надо было сначала бункеры разрушить. Да, а я думал, разрушили вы. Ну, подавить. Ледокольник этот сидит в генштабе. Вот, все, разрушили. Что, поднимайтесь, нахуй. Нет там ничего больше. Давай, Али, тебе хватит. А если есть самолет, еще один самолет туда запускай. Нет? Ну, заходи.
Все, да нет там никого. Назад стреляйте просто. На задницу. Чтобы никто не подходил. Все, забирайте нахуй. Давай, давай, веди туда, али, машинки, хуинки. Вон танк там один, единственный. С этим танком сейчас разберешься и все. Все, ногу. Все, заходите, поднимайтесь, пехота, ну. А, еще танк. Танк еще один. Береги, береги танк. Артой, артой, накрой. Все, отлично. Зенитка вон сзади стоит за лесом. Зенитка, зенитка за лесом стоит. Зенитку убери. В первую очередь. Бля, пулеметчики, сука, вылезли. Давай, 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 забирайся. Машинку наверх пошли, пусть машинка заедет, что он стоит. Вот и все. Все, артой туда наперед обстреливайте. Не надо всей толпой туда лезть тут. Расставьте по краю толпу. Десурор пишет, что играет с тотальными... Давай, давай, давай. 34-ка подводи, 34-ка, Али, 34-ка подводи туда. Давай, давай, бегайте, бегайте там, бегайте, блядь. Им осталось чуть-чуть, 34-ку подведи, 34-ку подведи, Артур, не уводи, походи. А вообще один танк остался, ёбаный, насрать по голове. Там осталось-то, блядь, удержать-то, блядь. Блядь, не дали чуть-чуть. Арту, арту, Вадя. Бля, серьезно взяли высоту? Да. Ну, обстреливайте ее, обстреливайте. Они сейчас все на высоте, все, все, что у них было. Они, наверное, сейчас к желтому пойдут. Да у них почти ничего там не осталось уже. Там один танк и пехота по скучку. Вот этот, который к тебе бегал, твой сюда. Арту отведите, отстреляйтесь. Дальше по новому. Там осталось-то вам подержать, наверное, секунд 10. Да ладно. Да ладно. А вот. Сейчас делаю. А у меня реально радмин отключился. Пишет подключение. Пиздец, блять, охуенно. Так, переподключаю. Появился вроде, заработал. О, да, да, есть. Заработал есть. Я, да? Да, все, да, да. Возвращаюсь в игру. Сохранимся тогда, ёпт. Хорошо, нарко подвёл, сука. На меня прут. Да, сейчас попробую. Я там еще просто наверх туда поперся. Пехота готова, товарищ? Я тут сначала разложи. Есть. Да пусть ты напихивай туда за это, за спину. У них там кроме пехоты тоже никого нет. Потихоньку арту и красную. Значит, наверное. Тем более они сейчас все войска, наверное, туда стянули, я так понимаю. Центр. Там дохерища войск, наверное, на центре. Артиллеристы готовы. Жду дальнейших указаний, товарищ командир. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Вы зато все там вынесли. Сапёры ждут приказа. Будет как новенький. Слушаю вас. К манёвру готов. Арту, приготовь, он машину сейчас заклёт, поэтому вниз, назад, точнее, всё, и напихайте.
Так несколько раз, да и нормально будет. Угу. Так точно. Тем более у него там автоматчики большей части были. Все черные, это же автоматчики, знаешь. Зачем? Танку урон особо не наносит. Один танк там был. Гаубица, понятно. Зачем? Артиллеристы готовы, товарищ командир. Игра началась. Да, покинул игру просто. Вышел. Наверное, ничего нет уже. Да. Ты арту сначала разгреби, прежде чем машинку тратить так. Ёпты. Наверху у них до хрена народу надо. Вообще ни хрена ничего не осталось. Ага. Так, машинка не доехала. Обстреливаю верхушку. Там все наверху сидят, прям по краю, наверное. Пехота готова, товарищ командующий. Сапёры ждут приказа. Артиллеристы готовы. Пехота готова. Короче, я понял, что против А3 это залупа полная. Ну, блять, вообще хуйня. Танк там стоит единственный. Покажи мне, кстати, справа, что типа там есть. И все равно вышел. Хватит. Блять, понятно. Я ему говорил, раш право, он стоит, смотрит, блять. Понятно, нахуй, все. Я спать. Спасибо. У них стоит в спине дохуя танков, пехоты. Я говорю, зараж право. Там точно нихуя нет. Он стоит. Они стоят, блядь, смотрят нахуй. У них понятно, блядь. Право просто пройти, блядь, зарашить и закончить. Нет, блядь, понятно. Ладно, всем спокойной ночи, спасибо за игру. Спокойной ночи. Тебе спасибо. Там Саня уже, блядь, сверху сейчас. Их заберет, наверное. Нифига он там. Там береги. Хуя. Чё, Сань, не захватишь? У них тяжелый танк, блядь. Может, они это уже взяли, этот красный? Пехота готова! Туда не совершенно точно, товарищ командир. Пехота готова, товарищ командир. Совершенно точно, товарищ командир. К маневру готов! Пехота готова, товарищ командир. На что жалуешься? Пехота готова, товарищ командир. Ага. Беги. Есть атаковать цель? Есть. Пехота готова, товарищ командир. Поехали. Батарея в бою готова. Пехота готова, товарищ командир. К маневру готов. Жду дальнейших указаний, товарищ командир.
Что там у Санька творится, посмотри. Вверху сам. Не-не, он под флагом. Не. Так подведи. Не спеши, подведи. Нахлобучь ему и захвати. Он один там стоит и все. Да пушку в лес засунь, ему, чтобы видно не было. Что вы его все время оставляете? Не помешало бы. Один танчик бы. Я борту пока под. Если Санек там захватит, это будет, конечно, феерично. Пехота готова, товарищ командующий. Пехота готова. Батарея к бою готова. Пехота готова, товарищ командующий. Нет. Так точно. Саперы ждут приказа, товарищ командующий. Артиллеристы готовы. Он стоят. Вон еще. Уходи, уходи, автоматчик. Пехота готова, товарищ командующий. На родину! Пехота готова. Артиллеристы готовы, товарищ командующий. Пехота готова, товарищ командующий. Вон, в доме. Цирчика было бы неплохо завалить. Пока держу. Держит верхний флаг, он держит. А он одинарный? Антер. Ой, ебать, вот Сань. Нет, сначала пехоту, Сань, кладешь, не видела. Да, потом танк клади.
Пехота готова, товарищ командующий. Я тут пустые машины. Пехота готова, товарищ командир. Товарищ командир, жду дальнейшего указания. Спеши, Саш, не спеши. Карта есть, которая прикрывает. Тихонько. Сам главное, пехоту их не клади, чтобы не видели, да и все. Ну, арта, стреляй. Верхушку обработай, Али. Прям края верхушки. Прям. Танком обработай, подъедь. Че он? Молния стоит. Машинку пусти какую-нибудь. Которую не жалко. Все, молодец, Сашка. Наверное, 14 минут от следующего. Ну все, что. Центр можете забирать. Я покинул. Ну молодцы, его еще вдвоем против троих ухерачили. Красавцы, что могу сказать. Али полкарты вытянул на себя. Пока я там на кусочки я там парился. Молодцы. Да там псих какой-то. Ну да, да. Если бы там был Пуфик вместо него, хрен бы я согласился играть при таком раскладе. Молодцы, молодцы. На центре я был, слева, снизу дестройер, сверху тайда. Тайда, ну, вначале просто в атаку попёрся, ну, пьяный же. Он сказал, да похуй. А он к нам приходил и...